Как избавиться от плохого настроения, скуки и, возможно, изменить свою жизнь к лучшему? Есть один верный способ, и это шопинг. Только, пожалуйста, не надо бежать и опустошать все модные точки вашего города. Для начала нужно подобрать правильный образ и принять верное стилевое решение. Это модные дневники на телеканале Fashion One, и мы начинаем. Три автографа молодых звезд, и я хочу еще. Это ваша первая автограф-сессия? Да. Да. И как же ощущение? Приятно, что за границей вот нас так принимают тепло, что всем нравится. Честно, классно. Гинта, скажи, ты впервые будешь давать автограф? Actually, it already happened in Switzerland and in Italy, where I already work in the music industry, but in Russia it's the first time. Спасибо, я люблю тебя, Россия. Скажи мне, какими способами ты себя развлекаешь? Я обожаю шопинг, как каждая девочка. И and of course it's a lot of fun to choose your style, to look at all these. It's like toys. Это как игрушка для девушки. Александр, вы каждый день придумываете различные мероприятия для наших конкурсантов. У вас есть время отдохнуть? Со 2 сентября все работают в таком режиме. Крайне важно успеть реализовать то количество задач, которые стоят перед нами. И их много. И я думаю, что мы все успели, и у нас все получилось. Мне, например, помогает шопинг. Развеяться от дурных мыслей и вообще от всего. А вам? Нет, не очень. Я очень не люблю. Я люблю красиво одеваться, но не люблю ходить по магазинам. Для меня это страшная история. Это делает кто-то за вас? Не, это делаю я сам за себя, но с трудом. С большим трудом, потому что это надо мерить. Потом, значит, надо померить еще раз, потом еще раз одеть, потом в различных комбинациях попробовать померить предыдущую коллекцию, потом последующую, потом зеленую с желтым, потом бежевую с синим. Это катастрофа. Скажите, пожалуйста, вы впервые приехали на конкурс «Новая волна»? Да, мы впервые на конкурсе и очень этому рады. Сочи прекрасно встречает нас, погода все еще хорошая, и это не может не радовать. А кто ваш подопечный здесь на «Новой волне»? Прекрасная команда из Москвы, Гру-Гру Фундейшн. А как за такой короткий срок вы добились, ну, по моему мнению, идеального результата? Ну, у нас было очень мало времени, но на нас работают лучшие специалисты, и поэтому мы уложились вовремя. И Алекс, как шикарный стилист, поработал с ребятами очень профессионально, и здесь много времени для них потратил. Таня полностью одета совершенно как бы от Дмитрия полностью. Это эксклюзивные принты, эксклюзивные платья. А парни были тоже чисто из наших рук полностью сделаны. Так что, в принципе, большая часть, 95% было создано нашими руками. Мы впервые продемонстрируем платье из новой коллекции, которая будет показана еще на неделе моды. И оно, благодаря тому, что Татьяна исполняет песню «Москва», оно полностью отражает как раз концепцию этой песни. Так совпало, что коллекция посвящена творческим источникам, явилась «Кремлевская звезда».
И принт звезды, он отражен в платьях, он отражен в крое. И как раз платье, которое будет на Татьяне в финальный день, оно, на мой взгляд, оно полностью отображает и Москву, и саму Татьяну, и очень яркое, эффектное. Это как раз такое приоткрытие занавеса новой коллекции. Ирина, скажите, пожалуйста, кому вы помогли здесь на «Новой волне»? Я помогла ребятам из Казахстана. А, группа «Войск КЗ»? Да, да, да. А я им делала роспись на майках. Это был креативный такой рисунок. Очень ярко смотрелся и очень красиво со сцены. А как пришла в голову такая идея? Вообще спонтанно. Мы начали подбирать варианты, а потом уже просто пошло буйство красок. Это креатив. Скажи, а ты сама часто ходишь по магазинам? Ну, конечно. Любая девушка любит магазины, но при выборе магазинов я очень спокойно отношусь к выбору. Никогда не беру все подряд, всегда комбинирую все по комплектам. Всегда беру базовые вещи, которые можно из года в год менять. Не беру никогда там популярные принты, чтобы это не было запоминающееся. Назови три основные вещи, которые должны быть в гардеробе каждой уважающей себя женщины. Для начала, я думаю, это должен быть хороший пиджак правильного кроя, который также будет подходить под брюки, под платье, под любой стиль, универсальный, и чтобы он хорошо сидел, главное, на девушке. Также, я думаю, должны быть хорошие туфли-лодочки, актуальные, стильные, это хороший выбор, хорошего подо все тоже. Вот, и... Ну, какая-нибудь черная майка или белая? Нет. А джинсы? Ну нет, я думаю, что все равно, если мы будем выбирать три вещи, то, наверное, это будет классическое платье. Тоже подо все всегда можно уместно надеть и с рубашкой, и с джинсовой курткой, и с кожаной. В общем, я считаю, что должно быть платье, черное маленькое платье. Прийти к своему стилю — задача не из легких, которую мы порой пытаемся разрешить на протяжении всей нашей жизни. Но благо для этого существуют профессиональные стилисты, к которым вы можете обратиться за помощью. Ведь все мы знаем известную поговорку: встречают по одежке, провожают по уму. В эфире были модные дневники на телеканале Fashion One, и я, Светлана Румянцева, прощаюсь с вами. До завтра. Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.